После прыжков с парашютом, преодоления полосы препятствий, наступает моя очередь. Я учу приемам самообороны десантников. Где их ждет опасность? В бою? На улице? Сегодня никто не знает. Только не надо путать рукопашный бой с показательными выступлениями. Эти ребята готовятся к празднику. Видели, наверное, по телевизору? Ракеты, взрывы, треск выстрелов, схватки вооруженных акробатов, спектакль. Настоящий бой скоротечен, стремителен и зрелищно совсем невыразителен. Судите сами. Эти движения напоминают гимнастику или танец. Они подчинены размеренному дыханию, строгому ритму. Еще древние говорили, сила зарождается в ступнях ног, увеличивается в бедрах и реализуется в пальцах рук. Опыт боевого единоборства впитал и сохранил приемы, в основу которых положены наиболее рациональные и эффективные движения. Эти движения мы называем базовыми. Захваты, броски, удары руками и ногами – все способы противостояния вооруженному и невооруженному противнику включены нами в систему базовых движений. Их шесть. Первое осуществляется из задней стойки. Тяжесть тела приходится на отставленную назад и согнутую в колени ногу. Выставленная вперед нога слегка согнута и максимально разгружена. Руки прижаты ладонями к пояснице. Локти отставлены назад. Переносим тяжесть тела на выставленную вперед ногу. Ступни, голова и плечи неподвижны. Движение достигается за счет посылки вперед тазобедренной части. Эта стойка называется передней. Второе. Ноги на ширине плеч. Разворачивая туловище на 90 градусов, переходим в заднюю стойку. Отставленная назад стопа не меняет положение, а другая разворачивается на пятки. Руки подтягиваются вверх. Локти разведены в сторону, кисти соединены в запястьях. Разворотом в локтях при их одновременном движении к туловищу руки выбрасываются вперед, ладонями вверх. Третье. Ноги на ширине плеч. Шаг вперед в положении передней стойки. Руки выводятся вперед, слегка сгибаясь в локтях. Разворачиваем корпус на 180 градусов, переходя в заднюю стойку. Приходим в заднюю стойку, руки следуют за туловищем, образуя кольцо. Четвертое. Стойка задняя. Шагом вперед корпус разворачивается на 90 градусов. Оказавшуюся сзади ногу заводим за выставленную вперед. Одновременно с шагом рука поднимается вверх и движется по кругу. Другая рука откидывается назад. Ладони обращены вниз. Пятое. Ноги на ширине плеч. Разворот корпуса на 180 градусов. Одна нога разворачивается на пятке, другая на носке. Колено, оказавшееся сзади ноги, соприкасается с ахиллесовым сухожилием другой, передней. Руки прижимаются ладонями к затылку. Шестое. Начинается как четвертое. Далее, в положении ноги на ширине плеч, туловище скручивается, как в пятом базовом движении. Одна рука выбрасывается вперед, другая поддерживает ее.
Базовые движения корпуса, азбука защиты. Спасибо тебе, прапорщик. Ты не волнуйся. Первой электричке в самый раз успеешь. Довезешь до станции сразу назад. Понял? Ну что, пятерочку пожалел? Штраф с тебя, полтинник. Ты не понял, что? Или тебе квитанцию выписать? Ну, давай сюда. Да ты что, я что, против, что ли? Ай. Ну, отпустите, больно! Удар ножом сверху. Обеспечивая безопасность, шагом назад, защищающийся подставляет согнутую в локте руку под удар ближе к запястью. И на первом базовом движении корпуса локоть, блокирующий руки, опускается вниз, выбивая нож. Атака ножом снизу. Защищающийся на втором базовом движении одной рукой блокирует руку противника, другой подхватывает ее в запястье, производя болевое скручивание. Разворачивая при этом корпус на 180 градусов. Удар ножом сверху. Обороняющийся делает шаг вперед, в сторону линии атаки. Разворачивая корпус на третьем базовом движении, защищающийся сверху подхватывает вооруженную руку противника. Разворот в обратную сторону позволяет выбить нож. А это вариант с болевым воздействием на локоть противника. Удар ножом снизу. Защищающийся на четвертом базовом движении уходит с линии атаки, одновременно блокируя удар рукой. Продолжая разворот до положения передней стойки, защищающийся производит загиб руки за спину. Ну больно, больно, ну отпустите! Ну, думаешь, отнять проще, чем заработать? Ну, быстро отсюда! Иван, чудило, куда ты пропал? Чего тебе? Я живу здесь. Это моя комната. А теперь моя. Я ее приватизировал. Странный человек. Совсем русского языка не понимает. Захвате противником руки
Защищающийся делает шаг назад, накладывая свободную руку на кисть атакующего. Переходя в переднюю стойку, первое базовое движение корпуса, защищающийся ребром ладони давит на запястье противника, другая рука удерживает кисть в положении захвата, обеспечивая болевое воздействие. Освобождаясь от захвата другой рукой, защищающийся делает шаг назад, одновременно подхватывая кисть свободной рукой, разворачивая кисть пальцами вверх, он осуществляет болевое воздействие. Переход в переднюю стойку усиливает его. Более эффективно освобождение от захвата с использованием второго базового движения. Освобождаясь от захвата, защищающийся выводит локоть на кисть противника, при этом другой рукой удерживая его запястье. Разворот корпуса обеспечивает болевое воздействие локтя на кисть, что приводит противника к падению. Далее защищающийся обходит противника, продолжая выкручивать кисть, и коленом прижимает его плечо к полу. В случае захвата обеих рук противником, обороняющийся пальцами обхватывает запястье его правой руки, делая перекрестный шаг вперед. Разворачивая корпус на третьем базовом движении и поднимая руки, выполняет болевой захват. Захватите противником рукава у плеча. Сделайте шаг назад, первое базовое движение. Захватив руку противника, изгибая ее в локте. При этом кисть противника окажется зажатой в вашем предплечье. Резко отступая назад и поднимая собственный локоть вверх, обороняющийся проводит болевой прием на кисти противника. Возможен другой вариант освобождения от захвата у плеча. Он выполняется на третьем базовом движении. В этом случае рука защищающегося обхватывает локоть противника с внутренней стороны. Разворот корпуса сопровождается болевым воздействием на локоть и приводит соперника к падению. Свободной рукой защищающийся наносит удар в корпус или в голову. От захватов одежды на груди самым простым способом отражения считается прием, выполняемый на первом базовом движении и позволяющий связать крест-накрест руки противника. Обхватив кисти, сжимающие одежду, обороняющийся делает шаг назад, затем переносит тяжесть тела на выставленную вперед ногу, одновременно скручивая руки атакующего. Я милицию вызвала. Шума не надо. Все. Уходим. Перенесешься в свою комнату. С утра пораньше. Фу. Я тут одна, столько страху натерпелась. Откуда они взялись-то? Мишка привел. Сначала у него пили, потом к вам забрались. Сумки какие-то уносили, приносили. А в милицию позвонила. Говорят, у вас не украли, ничего нет. Вот когда украдут, тогда и звоните. Один просто проход не давал. Вчера в коридоре схватил и не отпускает. Хорошо, еще сильно пьяный был. Еле вырвалась. Да, еле вырвалась. Хотите знать? Что в таком случае надо делать? При нападении сзади, с захватом поверх рук,
резко нагнитесь вперед, нанося удар нижней частью спины. Выбрасывая это забедренную часть шагом вперед, нанесите удар локтем, наиболее уязвимо солнечное сплетение, и освободитесь от объятий. При захвате под руки прижмите обеими ладонями кисть нападающего к груди. Разверните корпус на третьем базовом движении. Кисть нападающего оказывается в болевом захвате. Действие приема усиливается ударом локтя в голову. Ну, в завершении можно нанести удар коленом. Если крепкое объятие сковывает инициативу, нанесите удар пяткой в голеностоп противника. Это сразу ослабит захват. В условиях ограниченного пространства, исключающего прямые удары, в лифте, где-нибудь в тамбуре, в узком проходе, разворот корпуса на втором базовом движении позволяет нанести мощный удар кулаком в пах одному и выйти на позицию для удара коленом в жизненно важные органы другого. Бывает еще так. Ой, большое спасибо, не надо больше. А если на себя не надеетесь, можно его отвлечь. Сказать, зачем же здесь, можно и у меня. Или намекнуть, что после вас ему еще хуже будет. Главное выиграть время. А потом звать на помощь или убегать. Психологическое воздействие тоже не последняя вещь. Ой, Иван Иванович. Еще что-нибудь? Да я тут забыл на батарее. Смотрите. Угу. Вот это что ли? Остальное сосед забрал. Откуда ты взялся такой? Козел. О, время спать, а мы не ели. Скажите, а чай-то у вас с сахаром? Сахар, да? Да на, носи. О, сейчас, минуточку. Девушка, садись к нам. Движись. Тс, понял. Давай. Приятного аппетита. Лень. Да почему я спросил? Можно здесь сесть или здесь занято? Канай сюда. Да вы что, ребят? Уж больно ты на легавого похож. Не, армейский. Может, генерал? Угу, почти. Прапорщик. Тогда шагом марш в казарму!